Не обращайте внимания на эту суету. Пока это еще не съемки, а только приготовление к ним. Несколько слов об этой картине в качестве предисловия. Вы увидите балеты, точнее, несколько отрывков из сочинений одного балетмейстера. Лауреата Ленинской и государственной премии, народного артиста Советского Союза Юрия Николаевича Григоровича. Сегодня на сцене Большого театра идут 8 поставленных им спектаклей. Идут они на других сценах страны и мира. Многие видели эти спектакли целиком. В театре, кино, в телевизионных трансляциях. Но то, что будут снимать сейчас, отобрано по определенному принципу. Это только дуэты главных героев. Это их объяснение, встречи и расставания в любви. Юрий Григорович пришел в Советский балетный театр как смелый новатор, утверждающий не только новую пластическую форму спектакля, но и новую драматургию. Острую, конфликтную, насыщенную философскими раздумьями о жизни. Герои его всегда стоят перед решающим, бескомпромиссным выбором. Они выхвачены из жизни на самом крутом переломе своей судьбы. И в то же время Григорович непревзойденный лирик, воспевающий красоту и могущество любви. Его дуэты – это истинные поэмы о любви, многогранной, полнозвучной, яркой. Последняя поза была хорошая, там сели хорошо. Так. Теперь что, мадажу? Немножко вот эту позу задержать, немножко вот, когда на грудь, нога, не резко нога вынимается. У меня, да, да, надо постепенно, чтобы она вынялась туда. Вот, туда, да. Потому что это важно зафиксировать. Так же, как важно зафиксировать это. Да, неправильно идет рука. Вот после этого. Шаги. Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Тарам. Пам-пам. Дальше. Пам-пам. Такая рука. А, она так и есть. Нет, а ты нет. Я тебе покажу, как ты держишь. Ты вот так держишь. Она вот так держишь. Угу. И так же идет. Та-ра-ра. А? Угу. Значит, нет, вот так. Та-рам. Вот, совершенно верно. Теперь так, не на месте, а с переходом. Ты сам себе, ты делаешь на месте, поэтому сам себя сбиваешь. А тебе нужно перейти вот туда. Хорошо. Попробуй. А зада меньше надо поворачиваться быстрее. Совершенно верно. Все легко. То есть это гораздо легче. И не надо раньше времени разъезжаться тебе. Ты уже в следующую позу разъезжаешься. А тебе нужно вперед повернуться, а когда ты ее кладешь, ты разъезжаешься. Все? Легенда о любви. Само название уже говорит о символе балета. Расставание суждено всем героям этого спектакля, и развязка любви трагична. Тем выше и чище сама любовь. Только такое всепоглощающее чувство способно высветить весь философский смысл трагедии.
с паузой в съемках задать вам несколько вопросов. Я знаю, что, приступая к работе над новым балетом, вы, как правило, начинаете сочинять его с постановки дуэта. Так это? Ну, в общем, почти всегда. Почти всегда начинаю с дуэтов, с сольных вариаций, с дуэтов. Потому что как-то в этом определяется уже классический настрой спектакля. Когда я начинаю работать дальше уже с кардебалетом, с отдельными ансамблями. Но общий замысел существует уже в спектакле. Да, безусловно, безусловно. Я имею в виду уже конкретную работу. Вот когда кончился весь подготовительный период, когда начинаешь уже работать в зале с актерами, обычно я начинаю с работы вот с главными действующими лицами. И дуэт, как обычно выражение отношений, которые существуют в спектакле между героями, очень как-то сразу раскрывает и пластический язык, и психологическую сторону взаимоотношений. Те дуэты, которые вот в этом фильме снимаются, они, собственно, дуэты разных лет, давности. И первый, и последний. И да? Первый, почти первый. Почти первый, да. Первый балет большой мой был в Кировском театре, балет «Каменный цветок». А, собственно, вторым спектаклем вот была «Легенда о любви», которую мы делали с Назаемом Хикметом и с Арифом Меликом, художником Версаладзе. В «Легенде о любви» хотелось подчеркнуть вот эту графичность, что ли, так сказать, которая существует в изобразительном искусстве Востока, которая есть как-то очень акцентированно, почувствована, вернее, в музыке Меликова. И очень, мне кажется, это все подчеркнул художник Версаладзе в своих, так сказать, декорациях и в костюмах. Вот там какой-то особенно акцент был на графику у меня сделан. Затем показаны спектакли. Это «Иван Грозный», «Ангара». Это уже, собственно, спектакль последних лет. «Спартак», поставлен в 68-м году. 10 лет назад. 10 лет тому назад. «Легенда» уже почти 20 лет идет на сцене. И вот самая последняя премьера, которая еще не была показана в Москве, собственно, она этот спектакль делался в Париже. В этом году я поставил на сцене гранд-опера «Ромео и Джульетта» Прокофьева. И наши актеры Бессмертного и Богатырев танцевали главные партии, значит, Джульетты и Ромео в этом спектакле. У нас есть возможность в этом фильме увидеть эту работу. Да, но в таком репетиционном плане, потому что спектакль только репетируется, и мы только начали свою работу на сцене Большого театра, предполагается в этом сезоне, в конце, вернее, этого сезона, премьера этого спектакля. Ну, а тут мы только можем показать вот этот фрагмент репетиционной работы актеров. Балет «Ромео и Джульетта» стал для Александра Богатырева первым премьерным спектаклем в его жизни. И премьера эта состоялась в Париже. Но скажите, пожалуйста, Саша, вот есть ли разница между ролью выученной и ролью, которую вы проходите от начала до конца, то есть которая ставится непосредственно на вас, рождается вместе с вами? Безусловно, разница есть между этими двумя партиями. Партия человека, который готовит с самого начала, участвуя со дня рождения спектакля, и та партия, которую он получает уже готовую, и которую он просто пропускает через себя, как через исполнителя этой партии. Вот мне довелось участвовать в создании образа Ромео, спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке Юрия Николаевича Григоровича впервые. И впервые именно в спектакле Юрия Николаевича, впервые столкнуться и быть участником спектакля самого его, с начала его зарождения, с начала его постановки. Тема «Ромео и Джульетты», тема вечной любви, к ней много раз обращалось много художников. Но вот при постановке спектакля мы обращались к этой теме, и все заново, как бы сначала переживалось, и первая встреча Ромео и Джульетты, и зарождение их любви, и трагическая развязка. И было необычайно интересно участвовать не как исполнителю только, а как человека, который видит, как происходит этот творческий процесс постановки, принимать в этом участие. И, конечно, общение с балетмейстером во время постановки необычайно духовно обогащает и, безусловно, очень интересно.
Что вам нравится в ваших героинях? Ну, прежде всего, мне нравится, конечно, в моих героинях то, что все они очень цельные натуры, очень любящие, женственные, страдающие. На протяжении многих лет вы много раз танцевали роль Фригии в балете «Спартак». Меняется ли исполнение конкретной партии от спектакля к спектаклю, от года к году? Думаю, что, конечно, меняется. Даже если ты не хочешь менять, то, тем не менее, жизнь идет, ты взрослеешь, и проходят годы, и естественно, что вольно или невольно образ усложняется, меняется. Меняется твое отношение к жизни, твое какое-то отношение к тем или иным вопросам. И это, в общем, отражается, видимо, и в творчестве, и в образах. В «Спартаке», быть может, впервые с такой определенностью для балета, любовь не вершит хореографическим действием и не определяет сюжетных ходов спектакля. Хотя, в конце концов, и она призвана стать одним из символов балета. Образ любимой Спартака, как зеркало его души, он то начало, которое помогает нам понять глубину и силу чувств героя. Последний дуэт Спартака и Фригии наполнен гармонией слияния сердец и тел. Но это уже дуэт прощания, о чем пока не ведают герои.
если говорить, так сказать, о Иване Грозном, то это, пожалуй, спектакль, над которым я работал больше всего, потому что много было каких-то, ну что ли, стимулов для того, чтобы сделать этот спектакль. Сам образ, так сказать, героя, к которому обращались многие деятели культуры России. Ну и, в конце концов, вот фильм Прокофьева и Эйзенштейна. Очень, так сказать, интересный. В основе музыка Прокофьева. Михаил Иванович Юлаки сделал редакцию музыкальную материала. И очень долго, так сказать, я работал над этим спектаклем. И так же, как и все остальные, начинал тоже с дуэтов Анастасии. И вот первый дуэт, который я начал делать, как раз это дуэт «Воспоминания о умершей Анастасии, отравленной боярами», когда Иван, так сказать, один в церкви молится за упокой души Анастасии, и, так сказать, она является ему, что ли, вот в его, так сказать, мыслях.
Может быть, в отличие от многих других искусств, вот эта форма дуэта в балетном спектакле, ну, что ли, наиболее концентрированная форма выяснения взаимоотношений героев. Ведь так мало на протяжении спектакля отводится героям встреч. 3-4. А, безусловно, безусловно. Тем более момент воспоминания, момент дум, момент, так сказать, грез, что ли, он всегда имеет очень большой диапазон для пластики раскрытия героев. Когда-то теоретики балета говорили, что балету недоступны ни воспоминания, ни мысли о будущем. По-моему, да, ну, в последних спектаклях как-то нарушается эта заповедь. Мне кажется, что как раз это очень, так сказать, момент с точки зрения драматургического хода, очень удобный, интересный, многодающий для хореографа и для раскрытия героев, для раскрытия взаимоотношений героев. Кстати, в тех дуэтах, которые мы увидели или увидим в этом фильме, тоже есть два дуэта воспоминания. Да, вот как раз то, о чем я говорил в отношении Ивана. Да. Это Иван Грозный, и затем балет «Ангара» на музыку Андрея Ишпая по известной арбузовской пьесе, так, по мотивам известной арбузовской пьесы «Иркутская история». Там это герой Сергей, как мы знаем, гибнет, на Валентине его жена вспоминает, думает о Сергее, и он является как бы в ее мыслях. Та же примерно ситуация, как и в Иване Грозном, но, так сказать, обратная картина. Естественно, ну, другие средства выразительности. Другие средства выразительности мне, так сказать, естественно, так сказать, там взаимоотношения героев одни, здесь совершенно, мне кажется, другие, иная совершенно пластика героев. Ну, насколько удалось мне и то, и другое, это трудно, так сказать, всегда судить. Это уж судим не мы, как говорится, а вы, критики, зрители. Но мне хотелось, чтобы это были именно, так сказать, разные дуэты. И чем они более разные, мне кажется, что тем это, так сказать, интереснее. Thank you.
Это была работа над современной темой. Что она дала вам как актеру? Ну, вы знаете, современная тема, современность, эта тема в последнее время очень волнует театр, можно сказать, как никогда. И интересует она любую творческую личность, художника, которого волнуют и события, и явления нашей жизни, волнует героика наших дней. И, наконец, просто человек, наш современник, с его проблемами, чувствами и переживаниями. И вот, знаете, мне кажется, что такой большой мастер, художник, как Юрий Николаевич Григорович, мне кажется, что он в своем творчестве не мог пройти
мимо этой темы. Процесс работы над спектаклем – это очень интересная вещь. Вы знаете, вот Юрий Николаевич работает очень увлеченно. Это каждодневный, неустанный поиск новых технических средств, новых выразительных средств. То есть работа над поиском новой пластики, работа над дуэтами. Разная пластика, разные дуэты разных вот лет, как я сказал, давности. Конечно, они все, так сказать, разные, но и, наверное, что-то у них есть общее, потому что все эти дуэты делал я, что-то, так сказать, у них есть, что определяет, ну, как говорят, почерк, лицо там, да, ну, наверное, так сказать, по-видимому, да.